Всем привет! Сегодня я сниму видео про нашу квартиру. Покажу, как выглядит наша квартира. Вот так выглядит наш зал. Квартира у нас без ремонта. Мы живем в Польше, трехкомнатная квартира. Купили в 2019 году. И вот почти как мы ее купили, так она и есть. Правда, немножко там мебель, диван, кровать купили, сушилку и немножко там обои переклеили в коридоре и в кухне. А так все как есть, так и есть. И вот так выглядит наша квартира без ремонта. Почему мы не делаем ремонт? Потому что у нас зарплата не позволяет и ремонт, и путешествия. А мы очень любим путешествовать. И поэтому денег на ремонт не остается. Как бы вы выбрали, ремонт или путешествие? Пишите в комментариях. Мы на данный момент выбираем путешествие, потому что жизнь коротка, надо успеть везде съездить. Вот такая наша квартира. Там балкон. Это наша спальня. Мебель тут старая. Кровать новая. Ну, когда купили квартиру, купили кровать. Но ремонт ужасный. Потолок такой. Обои старые. Хотели сделать ремонт, но отложили. Потому что мы любим путешествовать. Или путешествие, или ремонт. Так выглядит ванная. Тоже без ремонта. Старый кафель. Сушку мы купили недавно, а машинка старая. И ремонт старый. Так выглядит туалет. Тоже кафель старый. Есть, конечно, у других и хуже ремонты. Но у нас тоже такой не ахти. Это с нашей спальни в ту спальню. Слева туалет, ванная, прямо спальня. Но там у нас живет квартирант. Такой шкаф большой. А это коридор в другую сторону. Вот отсюда сюда. Это выход в подъезд. Ну и кухня тоже без ремонта. Это обои мы клеили, как купили квартиру. Кухня старая. Такой ремонт не очень. Пишите в комментариях. Что бы вы выбрали? Ремонт в квартире или путешествие? На этом буду заканчивать наше видео. Оставайтесь с нами. До новых встреч. Всем пока.